Кировские борцы и ушуисты место тренировок менять не будут. Информация о том, что спортшкола «Богатыри» переезжает, не подтвердилась. Напомню, на прошлой неделе некоторые спортсмены и их родители были обеспокоены дальнейшей спортивной карьерой. От руководства Дворца единоборств они узнали о том, что спортшкола «Богатыри» переезжает из здания на Мира в неизвестном направлении. Судьба тренеров и самих спортсменов была неясна. Но сегодня в правительстве области эту информацию опровергли. Начальник управления по физкультуре и спорту Светлана Медведева рассказала о том, что в спортивном учреждении сейчас идет просто оптимизация, и касается она только управленческого состава. Поэтому тренеры как работали, так и будут работать. Те дети, которые занимались, так же точно и будут заниматься в этом дворце. Все мероприятия, которые там запланированы, будут проходить в соответствии с планом. Поэтому люди практики, которые, в общем-то, для которых это все и строилось, они не должны почувствовать никаких перемен.